Соединенных Штатах умер самый известный миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер. Филантроп не дожил до своего 102-го дня рождения всего 2,5 месяца. Рокфеллер скончался во сне в своем имении возле Нью-Йорка. Он был внуком одного из самых влиятельных людей своего времени, нефтяного магната и первого в мире долларового миллиардера Джона Рокфеллера. Учился в Гарварде, степень доктора экономики защитил в Чикагском университете. Во время Второй мировой служил в разведке, после войны занимался семейным бизнесом. На благотворительность он жертвовал сотни миллионов долларов.